Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Edison и Only First. Всем привет. Мы продолжаем проходить Dead Island Riptide, и сразу же давай побежали. Как сюда наверх забраться? Наверх даже не стоит забираться, я предлагаю на ящики сейчас подняться, смотри. Так, переключиться на какое-либо оружие и перебить зомби. Так. А где они? Есть, минус один. Ты пока убивай, я пистолет забыл себе выбрать. Так. Вот сюда. Теперь, собственно, подойти к Мармину нужно и... Там еще один был. Ага, да. Где? Да, вижу, он подошел только что. Есть. Ага. Мертвые идут, вроде бы. Ну давай. Все, да? Задание. У кого? Так, надо где найти он? Безопасное место. Вот он, я уже... Может спрятаться в сарае? Какое-то время он точно простоит. Но долго нам тут оставаться... Нет, вон еще зомбак. Да все, нам нужно 20 метров. Побежали? Ага, давай. Побежали. Так, подняться наверх, видимо, нужно вот таким вот способом. Осторожно, тут босс, я погнал. Ты за мной? Да чё, я не могу что-то... А, все. Так, я уже наверху. Практически. Так, вот тут вот есть. Нам, походу, вот этих нужно всех побывать, видишь, которые... Да, которые внизу, 6 метров. То есть нужно обезопаситься. То есть этих всех нужно побывать. Сейчас, не подходи. Я буду стрелять с этого нашего револьвера. Так. Отлично. Был бы коктейль Молотова, было бы сейчас бы вообще четко. Да. Так, еще сверху наступает двое. Так. Ты пока бей, я пока. Да, я их пока задержу немножко. Ух ты-то. Ты что такой резкий? Есть. А, ничего себе, он меня ударил. Так. Смотри, как активно бежит на нас. Отлично, в голову попал. Так, что ж такое? Да хара меня бить, зараза. Так, сейчас. Я постараюсь их убить. Ты пока восстанавливайся. Меня уже убили. Я понял. Поэтому я и говорю, восстанавливайся. Тише, ребята. О, у меня 0 патронов. Просто великолепно, как раз вовремя. Ну, у нас же и другие пушки есть. Что-то мы зажрались, да, только... Да. Так, ну у меня есть клюшка, я вот купил. В принципе, я сейчас предпочитаю вот такое вот оружие, которым можно бить, а не стрелять. Оно более уместно. Так, и еще последнего вот убить мне осталось. Так, энергии на нуле. Давай. Ух. Этого гиганта и так нужно бы убить, так. Мне кажется. Ну да, я вот тут вот 4 метра от меня, чувак. Сейчас я его убью и к тебе прибегу. Так, замечательно, этого убил. Направляюсь в твою сторону. Да я уже его убил. Угу. Отлично. Я так, бегу к тебе. Давай собирай вот эту всю фигню и побежали, куда нам там нужно. Так, ну, обратно к ним сказать, что все как бы чисто, можем выдвигаться в укрытие. Ничего не сделали. Вот, Харлоу, смотри. Нам нельзя расслабляться, понятно? Иначе живыми не выбраться. Вот будем в безопасности, тогда и можно будет подумать, что происходит на базе. Так, видимо, сейчас придется защищаться. Ну, как всегда. Или мы, не, мы куда-то нет, не перейдем. Мирную зону. Так, сейчас город кишит этими тварями, побежали. Сейчас я посмотрю, есть ли тут что-то, патрончики, аптечка. О, тут модификация. Хорошо, энергетический напиток, замечательно, модификация. Подобрал. Так, циркулярный топор, сейчас я ищу немножко денег. Угу, мясо. А я все отремонтирую. Так, ну что, найдите убежище. Сейчас я все отремонтирую. Так, проверьте кинотеатр. Так, давай, ну, ты, ну, пока ремонтируй. Давай. Побежали. Да. Нам надо им помочь. Эй, так, с этим... Кажется, вы знаете хоть одно безопасное место в городе? Есть тут один старый кинотеатр, у Жаклин. Окон в здании нет, так что если забаррикадировать двери, внутри будет относительно безопасно. Кроме того, там есть кафе. Вернее, было. Так что как туда доберемся, у нас будет еда и напитки. Жаклин все еще должна быть. Так, ну что, это понятно, я теперь отремонтирую для гольфа клюшечку и модернизирую, собственно, ее немножко. Так, давай я тебе лучше. Жду уже.
Так, все, я все сделал, пошли. Побежали. Ух ты, как я ее улучшил. Теперь она должна урона наносить в два раза больше. Кого? Клюшка? Так, да, клюшка. Ну давай. Так, меня проверим патронов... сейчас. У меня даже патронов толком-то нет. Ну так. Ладно. А мы, в принципе, и с обычным оружием с ними справимся. Так, как обычно. Мне патроны слишком дорогое удовольствие для них. Ну да, нужен ключ для ворот. Так, откройте врата. Я понял. Так. Взломай пока. Я смотрюсь. Мусорки тут есть, денежки подберешь. Так, все, давай, можем заходить. Я понял. Аптечка. Так, ищите цель внутри подсвеченной зеленой области на миникарте. Я уже нашел, я уже нашел. Я понял, я уже увидел. Так, ну что... побежали. Так, открывай. Ща. Бегу. Все? Да. Да, пошли. Сюда, да? Ча. Куда мы это мне показывает, нужно бежать? А, нам сюда так нужно. Да-да-да-да, потом направо сразу же. Спуски, знаешь. Так, не трожь их, пошли. Да он бы и так встал за нами, бы побежал. Этот медленный, который быстро и не сразу же вскакивает. Так. Ну какой город, ну, смотри, что? Какая там гора сверху. А немного патронов только что я подобрал. В принципе, если что. Так. Отлично. Ух ты, смотри, какая мразь. Фух. Да все, ты всех там перебил, нет? Да. Побежали. Уже всех. Побежали. Потому что начинается, я вижу, вновь жара. Да. Хотел напасть. Ты зараза. Какой напомогу. Ух ты, в замедленном так у меня пошел. 179 баксов. С одного зомби. Отлично. Да что ты застряла где-то она. Да? Ну еще так, и он получает. Вроде бы нормально все. Красивый город, да, на самом деле, да. Сейчас этот. Кажется, так, можно было прочесать эти комнаты, ну да ладно. Это, конечно, с этой лучше не шутить. Так. Ну и с нами тоже лучше не шутить. Так, все вроде бы, да? Все, по идее, все. Так, еще и затоплен. Ух. Так. Еще и затоплен, это знаешь так. Да. И все равно, даже в таких, казалось бы, местах, да, недопустимых, они и тут валяются. Да. Эти зомбари. Так. Цель ликвидирована сзади. Сейчас помогу тебе. Так, энергию немножко нужно восстановить. Все, отлично, все. Мне надо перевести справился. Дух. Так. Даже город затопило. Да хара уже вылазит отсюда, ребята. Угу. Так, я возьму этого на себя. Так. Отлично. Так, да сейчас. Ты... помогу. Ух ты. Так меня хочется. Сейчас, сейчас, сейчас. Так, у меня энергия тут. Так. Минус один. Что-то не так урон наносит, или мне кажется. А, у тебя сломалось, наверное. Да, не, они наносят урон. А. Ух ты! Не, жесткий на самом деле урон. Так. Смотри, вылазит, да вылазит. Мне кажется, или нужно их как-то пропустить. Потому что это будет очень-очень накладно нам постоянно их бить. Да, они так... просто быстрые очень, и вылазят, сразу нападают. Ух ты, ёлки-палки, вновь они. Гори дерьмо. Все, замечательно, мы на месте. Смотри, лестница светится, значит нужно на нее сейчас. То есть, по идее, тут должно быть закрыто, а сверху лестница есть. Да твою мать, убили. Прикинь, меня тоже. А как это так? Там, походу, босс был, да? Хрен его знает. Да ёлки-палки. Ух ты, ух ты, ёлки. А я-то думал, кто-то меня так... Смотри, вылазь на лестницу. Иди сюда, ко мне, быстрей. Сейчас только лестница нас спасет. Ага, только она почему-то, да. Ну да. Не лезет на нее. Поэтому то есть пока нужно. Босс... Да ёлки, как он бьет-то. Ничего себе. Давай попробуем с оружия, что ли, пострелять в него. Давай, или... Только это вообще ничего не помогает.
Он сбивает просто кошмар какой-то. Так. Да пошли вон, да ёлки-палки, куски вы дерьма. Я сначала вот этих перебью мелких, которые мне тоже урон наносят. Нет, я этим, пожалуй, займусь сразу же. Так, но и они тоже, да, неплохо урон наносят. А нужно, знаешь, на что-то высокое стать, чтобы он, в принципе, нас не засыпал. У тебя взрывчатка есть? Есть мины. Да, вот мины ставь, без них никак. У меня есть коктейльчик Молотова. Так, не туда. Есть, я его подпалил, смотри. Беги на меня, беги на меня. И сюда. А, он меня сбил. Так, ну он горит, вот, собственно, коктейли очень-очень помогают. Беги сюда. Так. Ко мне, здесь фрукты, можешь заправляться. Отойди, отойди, там мина. Угу, я за тобой. Спокойно. И вот тут тоже, смотри. Так. Так, отойди. Он походу... Хорошо. Уоу! Давай. Твою мать, я думал, что сейчас убил. Смотри, все, мы его убили почти. Все. А как-то мы быстренько, да, справились с минами и с коктейлем. Вот коктейль на него очень подействовал. Ну, как я ему башку прострелил. Смотри, идет все равно. Да, было, конечно, эпично. Ух ты! Ой, нет, ну вы, ребята, конечно, рядом с ними близко не стояли. Так, где у меня моя клюшка? Вот так вот. Замечательно. Набежали. Так, сейчас нам куда нужно? Нам что, обратно нужно? Так, нам нужно... Нет. Смотри, за мной. Примерно, по-моему, сюда, если я не ошибаюсь. Так. Я что, свой серп просрал? Я его кинул... Нет. Да, нам обратно. Подожди минутку. Нам, похоже, на лестницу нужно. И туда. Попробуй, на лестницу сейчас лезет или нет? Нет. Да как залезет, если лестница в воздухе вот там? Ее как-то столкнуть нужно. Если я, ну свой, да. Я свой серп кинул туда, и он пропал. Так, вот я тоже... Я что-то там видел, вот. Вот тут. Да? Ну, как бы, есть такой значок, что можно как-то что-то сделать. Стрельнуть, да? Как бы в нее? Да, я понял. Не работает. Я не знаю, мне показывать, что назад нужно. Так, ну давай я открою карту. Взглянем. Да, нужно назад. Я просто бегу, я даже не обращаю внимания на этих зомбарей, потому что уже за... Да хотя бы отстань от меня. Так, ты уже выбежал наверх, что ли? Ух ты. Да ёлки-палки, подожди меня немножечко. Буквально чуточку. Так, я уже на подходе. Я все, я на месте. Можем убираться с этого места. Сзади, за. Так, ну что, есть тут у нас верстак. Давай отремонтируем все наши вещи. Я отремонтировать хочу. Я свой серп поломал, самое лучшее, что у меня там было. А ты его все-таки забрал оттуда, да? Да нет, я кинул его, он просто пропал. А, печально. О, у меня еще есть китайский меч, ничего себе. Так, китайский меч. Где она вот у нас тут? Китайский меч, вот. Да у меня тоже есть, но... Что, плохой он? Да не знаю. Давай я сейчас даже попробую. Так, карта задания, рюкзак. А где у нас тут китайский меч? Замечательно. Давай я, собственно, постараюсь... Так, ну что, побежали, куда нам там нужно? Так, все. Это нужен высший уровень, чтобы его одеть. Видимо, так. Это и есть. Закуска. Mm-hmm. Так, отлично. Хорошо. Новый уровень у меня. У тебя тоже, да? Так. Я в кинотеатре, Харди. Тут полным-полно инфицированных. Ну, придется от них избавиться. Ну а как же еще? Так, ух ты, ёлки-па, как она выскочила на меня. Кусок дерьмища. Сдохни. Так. Ух, бегу. Давай ты их пока что отталкивай как-то. Ну я вот таким вот способом оружие. Потому что их так много, что нужно только дробовик. Я с топором бегаю. Так, еще. Ух ты, кусок дерьма, куда ты бежишь на меня? Так, все. В общем, я на нуле. Придется бить вручную. Есть. Да, все, они уже все почти все подохли. Так, я понял. О, и смотри, паркур. Видел? Все, убил.
Нам куда? Нам вниз? Нам минус 4000 урона, представь. А смотри, как он зашкирился. Хочет меня испугать. Ты чё, дерьмо? Так. Так, этого убил. Сейчас что? Так. Вода тут какая-то. Нам, походу, я не знаю, сюда, да? Опять выбивать. Да. Выбей, в общем. Я пока, собственно, осмотрюсь. Есть еще внизу какая-то дверь. Я сейчас проверю, пока ты быстренько выбиваешь. Воу. Так, она не. Она закрыта, но я там слышу зомби за дверью. Ага, ай, притворялся, зараза. Так, ты там уже, да? Пойду проверю, да, зрительный зал. Так. А ну отойди. В кассе было 877 долларов. Так, ну что, побежали? Да, этот стоп. Я не знаю, мертвый ли он. А, там куча зомби просто. Да, да? Этот мертвый. Да. Это опять нужно выбивать. Да елки-палки. Ну слышишь, да, какие звуки там? О, смотри, мы в кинотеатре, да, или в кино, где мы. Так, я, пожалуй, займусь боссом. Так, ну босс такой неуклюжий. В принципе, я справлюсь с клюшкой своей. Так, этих я всех уже перебил. Так, ну давай, помогай мне тогда босса бить. Так. Да твою ж... Так, есть. Криты, ставлю ему. Практически половину ему снес уже. Так, тут еще девушка, да, какая-то орёт, я слышу. Спокойно, спасем. Ты попала в надежные руки. Так. Он меня еще ни разу не ударил. Так, еще и достижение какое-то открылось. Да, куда нам? Нам что-то походу назад нужно. Подожди, вверх? Да, вверху. Не вверху она случайно, нет? Потому что нужно ее как-то спасти. Вон, смотри, 16 метров. Нужно как-то вылезть наверх. К ней. Да, походу, вот эти двери. И вновь ломать, да? Да не, как раз нет. Так, тут что-то. Тихо. Так, верстак есть. Так, подключи, модернизировать, отремонтировать. А вновь клюшка для гольфа отремонтировал. Замечательно. О, так. Это еще как факел, эта пушка у меня. Будем знать. Так. Вы ведь не из Хендерсона, правда? Нет, нет, я тут с группой людей. Нам сказали, тут безопасно. Мы хотим забаррикадироваться в здании. Здесь хватит места на всех. Никаких проблем. Сначала придется перекрыть все входы, чтобы эти твари не могли пробраться внутрь. Ну мы поняли. У парадного входа и черного входа. Но заднюю решетку очень давно не использовали. А, вновь оборону держать придется. Ну и что-то такое. Так. Здание вновь в первом ряду. Обезопаси первый передний вход в кинотеатр. Елки-палки, еле выговорили. Так, так, так. Ну что, где тут решеточки? Угу, нам вот что-то нужно сделать с сервером. Да все, я ключ взял, сейчас. Так. Куда нам нужно? 22 метра, это получается вверх и налево. Оттуда, куда мы перешли, походу? Ну да. Нет. Нет, вот сюда. Ага. Да, вот. Открыть. Угу. Так, и сейчас. Так, это закрывается дверь, смотри. Видишь? Может, найдется что-то а, полезное? Типа вот так обезопасить решетками. Да, потому что я думал, как мы тогда, да, как да, обычно. Так это нужно ждать. Вот так и так еще намного лучше, да? То есть так они уже не проломают вот эту железную сетку. Да. Так, все, вроде бы закрылось. Так. В первом ряду. Так, ну что, давай. Где она там? Сейчас я прибегу. Так. Ну что, еще нет, да? Вы закрыли решетки. Хорошо. Теперь все остальные смогут присоединиться к нам. Городской хостел превратили в госпиталь. Думаю, вам стоит туда сходить. Если хотите узнать больше, поговорите с Эсилом. А где же это, Сил? Так, кинотеатр изолирован. А еще здесь есть живой человек. Что за шум? У нас все будет хорошо. Мы уже идем. Ну, давайте, идите. Так это что, новая глава или нет? Нет, нет. Не должно быть, по крайней мере. Еще раз спасибо, что спасли меня. Я думала, мне не выжить.
Похоже, вам всем не помешает спокойно отдохнуть. Все без это надежды. Точно. Куда бы мы ни пришли, они уже там. Ну, здесь у нас хоть крыша над головой есть. Когда началась чума, все уехали. Я думала, рано или поздно появятся власти. Так что я осталась. Я боялась мародеров. А оказалось, их стоило бояться в последнюю очередь. У меня кроме кинотеатра ничего нет. Я просто не могла его бросить. Но теперь, после всего этого, я бы пошла с вами. Можешь пойти с нами, но никаких обещаний. Мы тут все в одной лодке, и, насколько я понимаю, это корыто скоро пойдет ко дну. Удалось связаться с базой? Нет. Может быть, рация не работает. Что тут произошло? Болезнь разлетелась так быстро. Военные создали зону карантина. Говорили, у них все под контролем. Черт, из два. Снаружи база выглядит нормально. Как я говорил, командир Брикс мой друг. Эта база наш единственный шанс на спасение. Мы должны проникнуть туда. Я бы не стала. Военные покинули город и бросили всех жителей здесь. А сами заперлись на базе. В каждого, кто приходил просить о помощи, стреляли. Вскоре люди прекратили попытки. Чёртовы герои, а? Господи. Должно быть, они думали, что эти граждане инфицированы. Это единственное возможное объяснение. Ну, разумеется. Совсем как на Баное или в Новом Орлеане. Так ведь дела и делаются. А Харлоу здесь? Я думал, она с вами. Кто видел ее последним? Я думал... Мы бежали со всех ног. Я думал, она с нами. Макс! Вы ее бросили, и нас всех вы тоже бросите. Боже, женщина, успокойтесь. А то что? Ударишь ее? Чима права. Вы неуязвимые, все с ума посходили. В каком смысле? Что ты несешь? Ты нам не доверяешь. Может, это мы тебе не доверяем? Внимание! Всем успокоиться! Все дело в химикатах. Мутагены. Посмотрите на них. Они едва себя контролируют. Ну уже, народ, уже слишком поздно сдаваться. Я остаюсь здесь, вы идете на базу. Если охранники будут против, я поговорю с ними по рации. Это наш единственный шанс выбраться отсюда. Занимайтесь своим делом. Мы никого не бросим. Ну, наконец-то договорились. Сколько там уже время прошло? Так, ну, в принципе, еще 20 минут мы играем. Так, вода. Замечательно. Закуска. Так, куда нам задание принять так. Вот в этого чувака? Я не буду это уже слушать, что он там хочет. Ух, какой-то мне томагавк дали. Что это такое? Томагавк. Ну такое, нормальное. Вот. Да. И вообще у нас есть. Смотри. Нормальное такое. Так, куда нам идти? Пошли давай. Так, ну что, давай. А вниз, по сути дела, да? Ну вот, сойдем. Да, да, пойду вот... выясню, что случилось на войне. Наверняка на базе работает система оповещения. И солдаты... В этом случае взрывайте ворота и проходите внутрь. Только осторожнее, хорошо? Так, если хорошо. Солдат... Ладно, давай. Пошли. Да. Максимальная сложность. Конечно. Капоты. Так, нам, я не знаю, куда нам идти. Так, по сути дела, вверх. Охренел, знает, если честно. Да, вверх. Ну а как по-другому? Смотри, теперь выход на улицу вот есть. Видишь есть, балкон? Да, да, то есть, чтобы вообще так. Никто не входил сюда. Да, ну что, 149 метров, не так и далеко. Так. Ну что, можно опуститься по лестнице, чтобы без потерь. Ёлки-палки, ладно. Забью. И я так спустился. И все. Побежали? Так, я побежал. Ты бежишь за мной? Угу. Так, 123 метра. Нам, похоже, туда, куда мы били этого зомби. Так, смотри, есть какая-то дверь, можно облутать. Заржённые подвалы. Ожидания других игроков. Смотри. Давай зайдем, проверим. Да зачем? Нет, видишь? Мы могли скоротить, видишь? Мне, короче, люди писали, видишь, уже глава 9. То есть, что можно, если вы в определенные места зайдете, скоротить главу, понял? Как? А вот так вот, мы только что зашли в дверь, и мы скоротили главу, как бы, понял? То есть, мы там бы обходили, а так мы скоротили. Откуда ты можешь знать, где вот эти двери находятся и типа? А вот так вот нужно искать, просто нужно быть любопытным. Я просто полюбопытничал, что к чему. И опять видишь... что-то там кричит, или мне кажется? Нет. А ты думал, да, как бы дополнительное, да? Ну да. Так, отлично. Да хара уже оживать. Так, я открываю. Ух ты, ё-моё. Так.
Так, добивай, я пока добью лежачего. Так. Дерьмище, ты кусок. Отлично, ничего себе. Поросенок какой, смотри. Так. Так, меня просто бьют. Кошмар. Убили, но я тут много зомби перебил. Так, ну что, сейчас я спущусь к тебе. Воу, это как танк, знаешь, да? А, кстати, они идеи, похоже, и брали отсюда. Ну, может. А, оттуда, точнее. Да как ты разворачиваешься, та-та-та, зараза. Воу, я застрял, походу. Да пошел ты вон, дерьмо. Да, ёлки-палки, да, застрял, всё. Охренеть, я стою от него на 10 метров, он у меня попадает, не знаю как. Так, спокойно. Танчик. Вот это вот у него развороты, просто да. Кошмар, да? Как бахнул меня. Я вам помогу. О, ну я зато встал, я сумел подняться. Да, это я тебя увеличил. А, спасибо. Так, у, минус 4000, видишь, я ему только что сделал. Кританул, в общем. Как он попадает, я не понимаю. А просто смотри, 2-3 удара, и он очень медленный. Еще один, смотри, босс пришел. Эти взрываются, так что там двое, которые взрываются. Да. Короче, тебе жопа. Да это херня, нет. Ну ничего, пусть будет. Да как зато он? Зато один взорвался. Так, ну я почти этого громилу добил, то есть сзади ему 4000 крита давал. Сейчас я стою на пару метров, ну на пару нет, но выше. Он чем слабый, он. Слабый очень, но. Так, единственное. Преимущество, так это сильный удар. Но это ненадолго. Так, я этих, собственно, которые взрываются, я их убил. Я его почти убил, этого громилу, не такой уж он и сильный. Так. Видишь, я 2-3 удара, и я уже, собственно, просчитал. Так. Спина у него вообще слабое да, место. Да, как раз заметил. Угу. Так, ну что, собираем лут, и там посередине. То есть ты понял, да? Есть теперь скороченные места, которые мы можем ходить. Угу. Так, ну давайте всех перебьем, мне так кажется. А так бы мы представь, да, сколько 8 голову так бы проходили? Если туда и шли, да? То есть. В смысле, да, нам сейчас и так туда нужно, на базу. Нет, ты не понял, просто глава 9 сразу, а так до сих пор была 8 глава. А какая разница, если задание осталось от 8 главы? А, нет, ты не понял, я потом тебе расскажу. Блин, это зацикливается на серии. А просто мне даже люди писали в комментариях, что можно, понял, найти скороченный вариант и как бы скоротить половину главы. Тем самым даже лучше для себя сделать. То есть это все реально. Потом, я сначала не понял, тоже задавал вопросы, но люди мне тоже как-то все объяснили. Ух ты, хотя я не понимал. Электроники всякой. Так. Ну что, давай. Тихо. Куда нам сейчас, если что? Так, подожди. Стоп. Ну вот двери, походу, да? Нет, эти двери закрыты. Ты видишь, что это дополнительные задания. То есть нам нет, сейчас. Нет, это не дополнительное, это 9 глава. Да, но нам сейчас назад нужно выбираться. Просто в подвале, говорю, не отображается миссия. Это все нормально. Ну правильно, мы перебили от зомби это все. Теперь возвращаемся назад. Как у нас и было. Так. Так, самое лучшее оружие находится в закрытых металлических сундуках. Будем знать. Так, чай покушаю. Военная зона. Так, тут электричество. Может, у нас полк. Ну давай быстренько побежали туда. Куда да, нам? Теперь нам быстренько бежим. Сюда, да? Да. Наверное. Этих не трогаем. Тише. Так. Сейчас нам сюда, сейчас. Мне так кажется. Ууу, вот это вот у меня бахнуло, у меня просто энергии не было вылезть. О, тут какой-то чувак. Тише, я сейчас приду к тебе. А мне на минутку. Нам походу не сюда нужно.
Так, я могу кирпичом бахнуть зомби. Сейчас таки сделаю. А, ну ладно, четко не попал. Да ладно. Я что-то не туда забежал, нам не сюда. Да, нам вверх. Так, нет, ты сюда забежал, ты правильно забежал. Нет, не сюда. Так, ну давай починим, если уже не сюда забежали. Отремонтировать клюшку для гольфа, потому что у меня 58%, она уже замечательная. Так, ну что, ты нашел выход какой-то? Да? Ну как бы, хрен его знает. Так. Сейчас. Я не знаю. Один из двух игроков, видишь, вот. Смотри. Давай, перебьем их. Да, нужно перебить их сначала. Потом уже будем думать. Тихо. Оу. Я так, не знаю, нам походу... Да, мы не сюда пришли. То есть только время потратили на зомби. Сюда, наверное, смотри. Да, только как отключить электричество? Никак. А, ну зачем? Так. Можно, смотри, в ворота. Вот, нет, нет, ты не туда полез, смотри. Куда полез? Ну, я думаю, ты на лестницу лезешь. Так, да не трожь их, пошли сразу же. О, ё-моё. Вот это вот твое оружие. И мне вредит и зомби. Так. 50 метров. Ничего себе, какой рев. Воу, что это было? Где ты? А. Взрыв, я впереди. Кто поднял тревогу? Тут громила вновь. Да твою ж... Давай, я сзади, ты спереди. Вот это он, да, вот это он дает. Так. Давай. Мины. Я... О, это чё? Пол? Ничего себе. А, мины, так. Видишь? Я-то вижу. Фух, да, нужно сейчас обходить. Может его заманить сюда, смотри. А ну побежали, смотри, давай заманим его на мины. Пошли. Зачем тратить? Только ты смотри, чтобы сам не подорвался. А я вижу их. Так, нужно уматывать, смотри, они пикают. Да, это... Кабанчик. Ух, прыгайте что? Наверх, а то сейчас все там подрывается. Так. Твою... Мать. Так, нет, я наверху, я успел. А чё на карте показано три вот этих? Видишь? Так. О, я как раз, смотри. Принеси. Я тут заспавнился. Угу, я отключил вот это. Иди сюда, дерьмо. Дай. Куда ты лезешь? Так. Отлично, перелом. Так, побежали. Нам сюда нужно. Да, не, ну это дополнительные задания там были. Так. О, военные базы. Так, угу. Кто-то там взорвался, слышал? Да. Так, сейчас я этого убил. Все, замечательно. Оу, ничего себе резких это какой. У! Так. Так, тут. Давай быстренько поищем лут. Хотя сейчас. Бы, ну, потому что, собственно, нужно как-то подкрепиться. Я вижу еду. Так. Энергетический напиток. Еще один. Отлично. О, че? Да ёлки-палки. Вашу жизнь. Так, вся. Вдруг со мной что-то случилось? Запись Анжелы Гуэры, часть 10. На базе беспорядки. Отсюда слышен бой сирены, какие-то взрывы. Я думала, они нам помогут. Думала, так. Они нас защитят. Они даже сами спаслись на силу. Если вы найдете эту запись, пожалуйста, отвезите ее в Калифорнию. Так. Еще двое и все. Зовут Майк и Бланка Гуэра. Мама и папа. Ну что? Я помню, так. Как вы отговаривали меня лететь. Я вот по палаткам прыгаю. Ну что, давай на миссию пошли. В смысле, так мы уже на миссии. Угу. Просто мы слушаем вот это вот все. Да не. Ну я, у меня по крайней мере пленка идет, понял? Ну, я нашел запись. Мы не слушаем, мы там. Смотри, миссия не тут. Если не тут, вот сюда нам нужно. Куда ты вообще бежишь? А. Сейчас, теперь на миссии. Все. Так. Уф, тут опять бомбы. Я понял. О, опять громила. Так, ну громилу можно как бы, да, даже не трогать, он такой вот. Флегмат.
Они, короче, сами сейчас повзрываются. Ууу. На вот этом. Так. Угу, я понял. Смотри, даже камеры есть. Еще а ты видел? Один. Это вот все дело. Камеры и так далее. Все они такие моднявые. Так. Да ничего себе ты такой. Угу. Чё-то как-то я не имею желания слазить отсюда. Так. Еще денежки. Где тут еще мины? Просто нужно его привлечь сюда. Иди сюда. Давай, 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 дурак. Ползи туда. Ничего себе, тут их двое. Да? Да. А просто давай ползем на задание. Ну, сейчас да я слезу отсюда. Так, я уже, собственно, бегу туда. Так, ничего себе, ты резкий, бум, клюшки по голове. Так, еще. Замечательно. Да вашу. Взорвался. Так, не заметил мину. Так, где ты там? Вижу. Так. Да ты пытайся ползти. Я вижу эту картину, да? Давай, в принципе, бежать, потому что... Куда бежать? Именно задание, мне сюда забраться так. Нужно. Давай, давай, давай. Быстрее, пожалуйста. Потому что сзади у меня очень плохие ребята. Чего себе? Резкие это. Другое дело. Отключил сирену, да? Как бы. Так, надо быть осторожнее. Так. Фух. Я не хочу сползать. Я тоже. Так, а давай попробуем. А, нет, сальто может. Смотри. Смотри за мной. Просто. Да, подожди. Я смотрю, убей. А, ты уже их убил, ну, нагромили это нельзя показать сальто. Ну да. Паркур, точнее, мой. Зато можно вот такой паркур показать. Так, ну что, побежали на задание еще вот одно. Я пошел следующую вышку включить. Мы уже все выключили. Нет, вот тут вот какая-то решетка. Надо найти способ взорвать. Так, надо придумать, каким образом взорвать ворота, он сказал. То есть тут есть железные ворота, и нужно придумать. А, скорее всего, нам нужно сейчас с тобой найти будет какую-то бомбу. Ну, сейчас можно или скрафтить, или создать ее, что ли. Что-то в этом роде. Нам что-то найти нужно, я не знаю. Что... Угу. Ну, нужно придумать, как взорвать. Так, тут, смотри. Модификация, возможно. Электроштом. Давай, давай их убьем, потому что они будут да. за нами бегать долго. Ух ты, ничего себе. Ты уверен? Так, ну у этого практически все здоровье уже отнялось. Отлично. Ух так, ты. Отлично. Так, у этого тоже мало здоровья. Смотри, почти его убил. Бедный, бедный, махает своим опухшей рукой. Так. Замечательно. Так, так, ну что, теперь думаем, как взорвать. Твои предложения, Эд. Да хрен его знает, что так. Вообще нужно делать. Ну что, тут есть замок, но лучше, конечно. Патроны же. Нужны. Так, сейчас. Так, по палаткам нужно прошариться. Найдите, в любом найдите случае. Взрывчатку. Нам нужно да. ее найти, а не так. сделать. То есть. По палаткам, смотри, везде. Да, я смотрю, как бы. На карте не показывается, да, вот это вот все. Ну, в зеленой области, зеленая область. Я нашел, я нашел. Да? Как раз то, да. что нужно. Оперативно, замечательно. Куда? Мне тут взрывчатка. На ворота вот эти вот. Отлично. Отправляйтесь к главной базе и держите меня в курсе событий. Так. Так, пора сваливать отсюда. Так, давай. Все. Так. Ну, в принципе, не так эпично, как мы убегали на килат. Так, ну что? Возможно, в качестве последнего рубежа обороны базу заминировали. Я бы так и поступил. Буду идти осторожно. Отлично. Ну, на этом можно закончить. 40 Еще минут мы сняли. Да, естественно, сейчас посмотрим сюжетную линию. Да, ну, и закончим нашу серию. Так. Ничего себе, смотри, какой, да? Лаборатория какая. А. Ну все, давай так. На этом закончим вот тут. Да, ребят, я спасибо за то, что вы нас сегодня смотрели. Свет, 40 минут серии, за это ставьте лайк.
Всем спасибо и всем пока. Всем пока.